Десятки роликов, миллионы просмотров, тысячи лайков и комментариев. Видео с Лукашенко буквально за несколько часов после публикации стало вирусным. К слову, мои коллеги решили раскрутить тему замерзающей Европы и придумали флешмоб. Идея ушла в народ, и белорусы активно взялись за топоры, чтобы показать, что мы готовы помочь соседям согреться. Руководящие документы ОБРСМ. Что ты тут мусоришь? Ты давно последний раз 11 класс заканчивал? Сейчас сделаю тебе кулек. Невозможно смотреть, как свинья какая. На, сюда мусоры. Болван. Не плюй, а бросай. Адольф у нас звонит. Добрый вечер. У нас флешмоб массово идти и колоть дрова. Угу. И видео высылали все мне. Так что, уважаемые, жду от вас. Понятно. Присоединиться. Что делаем, Адольфовна? Спасибо. Наконец-то будет хоть чем-то заняться. Почти у сердца. Кали дрова! Кали дрова! Как никогда! Кали дрова! Кали дрова! Для Вовы, для Петлёвы, для Прыжки, да-да-да-да-да! Президент РБ боится, что замерзнет за граница. Дуда, польский пан, здоров! Хочешь, мы наколем дров? Кали дрова! Кали дрова! Кали дрова! Як никогда! Кали дрова! Кали дрова! Для Вовы, для Петлёвы, для Прыжки, да-да-да-да-да! Как пошло тепло в Европу, дед напруживая жопу. Ох, дается тяжко праца, не дай Боже обосраться! Кали дрова! Кали дрова! Кали дрова! Як никогда! Кали дрова! Шеф багато дров на коле, хопіць і яму, і коле. Пойдзе контрабандный лес. Ею сагравать у ЕС. Главное, чтоб тепло было. Кали дрова! Кали дрова! Кали дрова! Як никогда! Кали дрова! Кали дрова! Для Вовы, для Петлёвы, для Прыжки, да-да-да-да! Тепло стане у газе, навод лепей, чым при газе. Але все ж таки дрова не уратуют отсюда. Ну это все потом, а сейчас... Кали дрова! Кали дрова! Кали дрова! Кали дрова! Важным идеологическим проектом нашей организации стала молодежная... Короче, шлифосовски. Надрывалась я уже. Пошли съемки есть. Как твоя деревня называлась? Страдичи. Страличи? Страдичи! Лучше бы Страдичи. Ну и так, Страдичи. Давай, держи этот топор. Thank you.